Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Человек из-за меня попал в тюрьму, так как при расставании я высказал очень много грубых слов. Теперь за его судьбу чувствую вину. Как пережить это? Два основных момента хотел бы я отметить. Первый момент – это то, какую, по вашему мнению, ценность вы, так сказать, нарушили свою, да, то есть, что противоречит вот немножко вашей ценности, ценностям, точнее, вот, то есть. То, что человек попал, например, в тюрьму, является отклонением от вашей ценности. Вот то, что вы высказали, значит, слова какие-то грубые, является отклонением от опять же, ценности ваших, да, например. А вот что именно, да, как бы, то есть, о чем ваша боль, она про что? Это первое. А второй момент заключается в том, как мне кажется, что нет прямой связи между тем, что человек попал в тюрьму, и тем, что вы высказали ему какие-то грубые слова. Сейчас вы, конечно, с этим, скорее всего, не согласитесь. Вот. Вы, скорее всего, ну, будете как-то утверждать, вероятно, что это не так, вы будете, вероятно, настаивать на том, что связь есть. Но именно, то, именно вот, как ни парадоксально это звучит, но именно то, что вы чувствуете вину, говорит о том, что вот, в глубине души, да, вы знаете, что вот, связи нет. Значит, между этими двумя вещами, потому что вы наговорили грубых слов, так как ну, совершенно очевидно, да, что вас что-то беспокоило, ну, вот. Ну, что-то вас ну, волнует. Волновало на тот момент. Вот. Вы тоже тогда преследовали какую-то свою ценность. Тоже пытались реализовать какую-то свою ценность, говоря грубые слова. И это тоже очень важный момент в данном случае. Так что я думаю, что чувство вины появляется в тот момент и в том месте, где вы запрещаете себе злиться и запрещаете себе как бы отграничить себя и свои действия от другого человека, то есть провести личные границы. Вот. Понимаете, да?
Вот с этим вам и нужно работать, то есть немножечко допрожить злость. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.